Добар дан, как говорят в Сербии. Добро пожаловать на канал Поки Пика Проджект. Вы смотрите прохождение игры Супер Братья Марио 2. Не знаю, к чему я вспомнил сербский язык. Это никакого отношения ни к нашему каналу, ни к нашей игре не имеет. Тем не менее, уровень 6.2. Давайте на него возьмем Тода. А то я уж про него забывать начал. 6.2, пустыня и Тод. Тод, кстати... Здесь конкретно как-то на Аладдина похож. Штаны у него какие-то вот такие вот надутые. Сам он такой смуглый. Ну, разве что вот пятнистая шапка немножко выпадает. Если ее переделать в такой вот в тюрбан, то вообще будет нечто такое вот, что для пустынного уровня будет в самый раз. Ребят, это очень красивый уровень. Но я уже жалею, что взял именно Тода. Потому что у нас уже начались неприятности, ребят. Это уровень без пола. На фоне красивейшего звездного неба мы должны верхом на вот таком вот ястребе. Успею прыгнуть. Давайте зайдем. О! Только как мы дальше-то полетим? Орла-то мы своего упустили. Неужели назад? Ребят, да вы издеваетесь. Вы шутите? Ребят, вы серьезно? Вы чего? Как? Это мне опять полкарты обратно лететь? Обалдеть. Не, ну, ради такого красивого ночного неба, я думаю, я такое себе позволить могу. Но это немного странно. Когда приходится полуровня пролетев... возвращаться обратно вот таким вот образом. А, смотрите, а так даже ведь интереснее. Мы таким образом выше оказались. На другом орлике, который намного выше. Во-первых, он нас обережет от вот тут вот. Ой. Нет, не так он обезопасен, как мне показалось сначала. Сперва думал, мы таким образом от огоньков уклонимся. Уклонимся. Ну, от огоньков-то мы уклонились, а вот мухи... Зачем я прыгнул? Допрыгнул, отлично. Ничего, 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 у нас еще два удара. Делаю сейчас необоснованно рискованные движения. Неужели весь уровень такой вот? Просто пролететь и все. Так. Так, нет, это мы все-таки проверим штучку. Просто тыковка. И сюда пройти тоже никак нельзя. Ну что ж, орел нас доставил до конца. И чё, уже босс? Да ладно. Не, концептуальный, креативный уровень, но уж очень он прям уж короткий, совсем-совсем короткий. Давайте дождемся этого зеленоглазого такси. Раз плевок, два плевок, три плевок. Теперь я делаю вот так и снова его жду. Швыряю в него. По-моему, я его забаррикадировал почем зря. Но так как у нас был удар в запасе, для нас большой проблемой не оказалось таким вот образом его унизить. И все, вот такой вот сверхкороткий, но при этом довольно интересный и концептуальный уровень. Друзья мои, мы даже 5 минут с вами не поиграли, так что в обязательном порядке иду проходить уровень следующий, и в самое ближайшее время я его уже на канал выложу. До скорых встреч, хорошего настроения, позитивных эмоций, пока-пока!